Добрый день, дорогие друзья и подписчики. Сегодня хочется показать вам интересный парк Щёва, который находится в местности под названием Тачикава. Это рядом с Токио. Удивительный, огромный. Больше 2 часов уже гуляем, обойти его невозможно. Разнообразный. Ну и сейчас мы находимся в его, скажем так, самой лесной чаще. Много разнообразных развлечений для детей, много интересного посмотреть для взрослых. Здесь есть большие поля с цветами, которые мы сегодня, к сожалению, не застали. Ну, все покажу.